Такие предупредительные сигналы включаются ежеквартально. Предыдущая сирена звучала в марте. Проверки проводит край, поэтому тревожные звуки одновременно слышат практически все жители Кубани. Краевой сигнал в Сочи принимают оперативные диспетчеры службы спасения, которые после основной сирены запускают городскую. Правда, пока она только вводится в строй. Сиренно-речевые установки после звукового сигнала будут эти звуковые помещения уже через эти установки, что проводится система оповещения, чтобы граждане не пугались, а знали, что именно проводится такое полезное мероприятие. Внимание! Проводится тренировка оповещения города Сочи. Просьба всем сохранять спокойствие. Речевых установок в Сочи более 200. Основная часть установлена в наиболее опасных пунктах, например, там, где может разлиться река. В Сочи тревожная сирена звучала только в учебных целях. Включать ее из-за чрезвычайных ситуаций пока не приходилось. Елена Всецина, Инга Габешия, Борис Осин, телекомпания ФКТ.